Потому что это очень плохая вещь, сейчас он делает. Чего? Ёб твою мать. Откуп, прощение, бан, что вы выберете? Бан. Прощение. Это я выбираю. Бан? Да. Бан? Окей. Да, да. Я, получается, бан. Ну, пожалуйста, зачем ты так делаешь? Нечего говорить мне. Эх, братан. Откуп, зачем мне? У меня деньги есть. Я тебе выдаю бан. Насколько? Тебе унижалок. Я тебе выдаю мут. Ты не сможешь разговаривать, но ты будешь играть. Насколько, стоп? 15 минут. За то, что ты говоришь про песни. Ты будешь молчать. Просто ты даже разговаривать не сможешь, даже в чат. Да, ты кто? СВОшник, что ли? Тебе какая разница? СВОшник. Я дембель. Понял. Ты служил? Нет. Куда ты побежал? Служил? Нет. Нет? Не служил ни мужик. Блять, да ты чё охуел, что ты, сука? Давайте я быстро голову вправлю. О, блять, в смысле? Алло, иди нахуй отсюда! А, скрипка на сервере. А почему я к вам в мэри должен гуськом пробираться? Что это за беспредел? Нет, уберите его! Кого? Дембеля я этого. В мэрию должен пробираться гуськом. Быстро исправляйте. Пока я тут все нахрен не разгромил. Он меня убить я хочет. Я даю вам 5 минут. А, я застрял. Я вам 5 минут даю. Мужик, да ты сигма. Тебе сколько? Погнали склад. Мне склад надо. А, склад не мой. Мне вот это надо. А, это мой? Твой. А, всё-таки, а. Так. 50 тысяч он твой. Давай. Ха-ха, изи мани просто. Ой, я случайно начало бы написал. Короче говоря, ребятки, это такой пиздец. Это самый пиздецный пиздец из всех пиздецов, которые только могут с вами опиздючиться. Так, ща, 50 тысяч? Да, все, давай что там. Опа! Чё ты от меня хочешь? На меня маньяк напал. Что? Японский макарон. Да. Подожди, я что-то съел, что ли? Мужики! Да, мужики. Зачем она нужна, если у тебя есть вон там дверь? Мужики, я таблетки съел. У тебя есть вон там дверь. У меня таблетки съел, что делать? Меня разносит. Вот идите от меня. Две штуки. Аспирин весь сожрал. Аспирин весь сожрал. Мэр, а можно быть с вами? Я только зашел. Хорош, братанчик. Ну чё, я тебя похвалю? Тихо. Молчать. Где патроны где? У меня их не было. Сроду. А что, чё, во было? Братан, вот он, пойдёшь? Дайте мне, сделайте дверь. Дверь сделайте мне. Откройте лифобанку. Мэр, это кто сказал? Ой, же, Чернобурка, привет. А это как? Тебе большое предложение, смотри. Видишь, что он тут... Хочешь работать со мной? Чё произошло?